Що ж, а ми продовжимо, як і обіцяли, час гостя в новому дні, але спочатку дозвольте невеличку передісторію. У неділю 14 серпня в приміщенні Миколаївської обласної ради зібралися 115 людей, представників різних громадських організацій, просто активістів, які вирішили дещо створити для дещо, щоб це було корисно для наших мешканців. Отож, я не буду говорити, розкривати всі секрети, про що йде мова, тому що прямо зараз ми будемо говорити з нашим ранковим гостем, який вже чекає, який вже завітав до нашої студії. Це Андрій Острів, політтехнолог. Дозвольте, я вам представлю і вже підходжу поближче. Доброго ранку вам. Доброе утро. Так, дякую, що завітали, дякую, що знайшли час. Отже, ви були координатором цього заходу, ви були присутні. Яка мета була зібрання? Що хотіли зробити і взагалі про що йде мова? Давайте розкажемо нашим глядачам. Доброе утро, уважаемые зрители. Доброе утро, спасибо, что пригласили. Небольшое уточнение, собралось, зарегистрировано было 151 человек, а не 115, это ну, такая небольшая деталь, что в принципе говорит о том, собственно говоря, это было первое такое очень большое собрание общественников и активистов, которые ну, собрались, скажем так, под одной крышей, да, и пытались консолидировать как-то усилия. Какая была основная цель? Ну, собственно говоря, цель была следующая. Нам нужно было сформировать представителей от общественности и активистов, которые бы могли доработать с Викторией Москаленко положение про такую наглядовую раду. Ну, собственно говоря, название это рабочее, то есть ну, название корректировалось, но, скажем, ну, не принципиальное название в самом деле. Важно было то, что у нас сейчас просто каким образом происходит? Есть, ну, собираются какие-то, вот, ну, какая-то группа активистов-общественников и работают в одном направлении. То есть, грубо, ну, так, если сильно грубо, садятся на плечи одному чиновнику и начинают его контролировать, да, можно это и так назвать. И в самом деле, поскольку избирали коллегиальный орган, да, а не просто там какую-то вот, какую-то проблематику высвечивали, то была как раз идея, чтобы вот этот орган был представителем не одной организации, а нескольких. И, собственно говоря, мы пытались это сделать. Так, дійсно пытались, намагалися консолидуватися, самоорганізуватися, але, наскільки я знаю, не дуже у вас це гарно виходило. І все ж таки не вийшло. Зрештою, дуже багато спорів було, шукали компроміси. Що сталося насправді? Чому саме так було? Не вдалося вам на 100% організувати? Ну, ко мне, как к организатору, собственно говоря, мы зал мы предоставили, людей собрал, главу избрали, и дальше я больше не принимал участие в самом, ну, в самом уже порядке денному. Да? Почему так? Потому что, собственно говоря, любой орган, когда заседает, он избирает себе главу, секретаря, президиум и счетную комиссию. Да? Пользуясь правами модератора этой встречи, да, я был избран модератором этой встречи, когда инициативная группа встречалась с Викторией Москаленко. И как на правах модератора я эту встречу организовал, собрал, подготовил бюллетени для голосования, списки регистрации. Собственно говоря, люди зарегистрировались, и по логике вещей было, ну, были ряд шагов. Первый шаг это было избрание головы и секретаря, и потом я передал свои полномочия вести эту встречу уже действующему главе. Так, але що ж відбулося далі? От розкажіть нам, тому що ви були там присутні. Я знаю, що дуже багато виникало спорів різноманітних. Що це? Первое, самое главное, что в чем была загвоздка и проблема, к сожалению, сегодня общественность не готова консолидироваться и принимать какие-то идеи другой стороны. То есть, ну, вот если на нашем примере, да, вот мы будем что-то с вами обсуждать, и как в принципе люди, которые для какой-то цели собрались, да, мы придем к какому-то решению. К сожалению, общественность сейчас готова принимать только свою точку зрения. Вот это была очень большая проблема, собственно говоря, и где-то, наверное, это прогнозировалось, но все-таки хотелось внемлить здравому смыслу. Ну, получилось, как получилось. Хотіли створювати організації, да, в кожному напрямку, там і здоров'я, освіту. Дехто казав, що достатньо 8-9 людей. На вашу думку, як це має бути? От ви як політтехнолог, думаю, знаєте відповідь на це запитання. Ну, во-первых, как бы, чи це буде багато цих груп, там 20-30 чоловік, які буде кожен в своєму напрямку, або вистачить цих 9 людей для того, щоб контролювати всіх чиновників? Смотрите, проблема в тому, що на цьому собранні конкретно
только совет. Угу. То есть я считаю, что это вполне достаточно 15 человек, ну, нечетное количество, где-то да. приблизительно угу. для того, чтобы был бы кворум. Ну, то есть, например, если совет раздуть там до 30, до 50 человек, будет сложности с кворумом. Угу. Ну, во-первых, люди заняты да, и так да. далее, это все-таки общественная нагрузка. Второй момент. Дальнейшее развитие этого проекта, он подразумевал в том, что будут определенные комиссии. То есть, но нужен был совет, который бы выработал вот эту само положение об этом mm-hmm. совете и об этих комиссиях. Вот это было главной целью. Если вы имеете в виду о том, что презентовал Александр Чхайло, ну, собственно говоря, надо отметить, что у него действительно такая вот, ну, серьезно проработанная структура, которую он разработал. Тут как бы нет вопросов, собственно, это, ну, действительно, человек потратил время и очень вдумчиво, собственно, все детали проработал. Но мы на этом собрании не так глубоко, скажем, угу. погружались в эту тематику. И нам нужно было вот именно вот эту такую вот раду создать, да. то есть тех людей, которым общественность делегирует полномочия по отработке положений с в даному случаї з обласним советом. Так. Але все ж таки, наприкінці ви домовитись, ну, не ви, а учасники не змогли, створили робочу групу, чи має намір бути спроба номер 2? І чи буде в неї якийсь позитивний фініш, хеппі-енд, чи ні? Виглядело это все приблизительно следующим образом. То собрание, которое я открывал, так. оно действительно было мною закрыто на правах модератора, потому что было меньше половины голосов. Собственно, то есть, естественно, решения были бы уже нелегитимны. Произошла перерегистрация, и этот орган был все равно выбран. Но, к сожалению, уже без участия тех, кто покинул зал. Будет ли попытка номер 2? Я очень, честно говоря, сомневаюсь, потому что будет ли это целесообразно в ближайшее время, ну, я, по крайней мере, этого не вижу. То есть я увидел категорическое нежелание друг друга слышать, и просто переход на личности, он обозначил то, что людям важнее свое личное мнение, чем конструктивный диалог. Тобто не варто вже далі продовжувати цю справу. Ну, по крайні, я скажу так, по крайней мере, в ближайшее время, думаю, що ні. А в теорії вообще это должно когда-то произойти. А чи не нагадує вам це події, якщо не помиляюсь, 2016 року, коли по всій Україні створювались такі собі народні ради наглядачі, і не дуже позитивний бачимо фініш, фінал цих рад. Вам це не ви не бачите якоїсь паралелі в цьому? Я не вижу абсолютно параллели в этом. Почему? Потому что вот как раз, чтобы избежать вот таких вот рад, которые были избраны каким-то маленьким кусочком общественности, и было именно это расширенное собрание. Mm-hmm. Поэтому я приглашал абсолютно всех, то есть не было никакого ни фейс-контроля, mm-hmm. не было никакого ограничения. То есть, ну, у меня была четкая позиция, что любой человек, который считает, что он участвует в жизни города и области, имеет mm-hmm. право голоса, имеет право прийти, имеет право быть выбранным. То есть вот как раз для того, чтобы избежать вот этого момента, когда какая-то группа лиц себя выдвигает и называется от народа кем-то, этим собранием мы хотели избежать. К сожалению, этого не получилось. Що ми запитаємо до вас, як до політтехнолога, як ви гадаєте, скільки місту потрібно у таких організацій, громадських активістів для його успішної життєдіяльності? Можливо, якийсь опит з інших міст чи країн варто взяти в такому випадку? От скільки їх має бути і що це за організація? Ну, число крайне сложно сказати вам, але я вам скажу так, що поки ми йдемо по пути формування нових систем управління, систем власті, количество будет ровно такое, которое нужно, чтобы постоянно, грубо говоря, там, акцентировать на каких-то проблемах. Mm-hmm. Проблем у нас много. И сказать о том, что там нужно 100 или 200, то нет. Просто сегодня действительно такой ком проблем в любой сфере жизни, где там, что мы там взяли, медицину, там, не знаю, там, образование, социальные какие-то вещи. У нас очень много проблем. Это вот этот, скажем так, осколки советской, постсоветской демократии, я бы это так назвал. И, собственно говоря, тут очень сложно ответить, сколько нужно сегодня активистов. Вот там, например, часть активистов занимается сейчас дорогами, ну, и очень, ну, молодцы, и, собственно говоря, имеют успех с теми же фурами, с портовой инфраструктурой, другие там занимаются вопросами там волонтерства. То есть в стране очень много проблем, во-первых, ну, с точки зрения экономики и, собственно говоря, с точки зрения системных подходов. И, ну, очень сложно ответить, сколько сейчас нужно.
Найболілиша тема нашого міста, все ж таки, це яка? Стосується вона чого, на вашу думку? Я думаю, что если вот прям, вы хотите, чтобы самое-самое-самое, я вам так скажу. У нас не только нашего города есть проблема, это вообще, собственно, сейчас проблема страны в целом, и в города, и в области в частности. Это устаревшая нефункциональная система управления и власти. Угу. Это действительно, мы просто, когда формировалась Украина, да, мы взяли за основу осколки, вот как это было при Советском Союзе. А при Советском Союзе там совершенно были другие способы и методы управления и организации, да, там так называемая плановая система, пятилетка, если вы, наверное, не помните, а, собственно говоря, многие наши зрители, я уверен, помнят, что такое пятилетка за 3 года была. И, собственно говоря, под плановое хозяйство была заточена система управления. То есть она сегодня не может самостоятельно давать тот эффект, который должен был бы быть у независимого органа. И вот это самая главная проблема. То есть вот системные подходы, они устарели. Вот их надо менять. Нужно менять и саму структуру власти, а самое главное, контроль за властью нужно менять. Вот это, наверное, самая большая проблема. А так у нас, ну не знаю, как можно расценить, там, на одну чашу весов там, положить вакцину для детей, которой там нет, да, или дороги, или проблемы бродячих животных, или еще, ну, то есть это невозможно определить, что важнее. Когда кого-то покусают, животное важнее, когда там с ребенком, не дай бог, что-то произойдет, вакцина важнее. То есть в самом деле это системная проблема. И вот это изменение этой системы, изменение системы власти и системы как бы этого, системы подхода к власти і відповідальності. Вот це саме, наверное, большая проблема. Я зрозуміла. Але сподіваюся, що ці проблеми будуть вирішені. Я нагадаю, що у нас в гостях був Андрій Острів, політтехнолог. Говорили про найболючіші теми нашого міста, зокрема про одну, яка сталася вчора. Сталося, не сталося. 50 на 50. Я вам дякую. Дякую, що знайшов час. Гарного вам продовження дня.